Медики ВРКБ спасли 61-летнюю жительницу Коломны Татьяну Мартынову, проведя экстренную операцию, стабилизировав состояние пациентки. Ситуация осложнилась ковидной пневмонией средней степени тяжести. Вентральная грыжа появилась у Татьяны Мартыновой после проведенной 20 лет назад операции. Но вот угрожать жизни и здоровью стало только сейчас. Она после тем, что может произвести ущемление тонкой кишки или толстой тех органов, которые там попадают, и, соответственно, потребуется экстренное оперативное вмешательство. Так и произошло. Татьяна поступила в РКБ с диагнозами кишечная непроходимость и вирусная ковидная пневмония. К счастью, удалось разрешить и непроходимость, и произвести пластику грыжевых ворот большим сетчатым имплантом. Операция тяжелая и в неинфекционное время, а тут еще сопутствующие патологии у пациентки. Большой вес и артериальная гипертензия на фоне вирусной ковидной пневмонии. Операция длилась около 2 часов. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и восстанавливается после хирургического вмешательства. Чувствую себя прекрасно. Большое спасибо коллективу, поликлинике, видно, и всем докторам, врачам, медобслуживанию. Очень большое спасибо. Они мне очень помогли. Я очень рада, что я сюда попала. Татьяна Сергеевна рассказала, ее муж также с коронавирусом лежит в другой подмосковной больнице, а все хозяйство сейчас на дочери. Женщина исправно выполняет все рекомендации врачей, чтобы поскорее отправиться домой. Там ее ждут дети и 2 внуков.